на страховку. Без остановки. Комбинация.
Фазу начальную, когда руки опущены, должна быть более быстро. То вы так приподняли, здесь у вас поза готовности. Никто вам не даст это делать. Руки опущены. Ну вообще даже не боится, смотрю. Никто. Вручая каждому аттестат, соответствующий по нашему мнению
сегодняшнему уровню подготовленности. Мы выскажем свои пожелания, недостатки, которые мы заметили у вас, и пожелания на плане будущего совершенства. Степанов Дмитрий. По итогам экзамена вам присваивается 3-й Q и зеленый пояс. Выше поднялись. Лаковский Андрей. Комиссия была в такой непростой ситуации. Мы дискутировали и тем не менее все-таки пришли к выводу, что вы сделали очень большой шаг вперед и при демонстрации вот того же уровня, что вы и показали. Мы смело подпишемся к первому. Я порадовал. Мне понравился. Очень неплохо на парень играл. И Азиз. Совершенствоваться в боевых искусствах нужно всю жизнь. Тем не менее, отметили те люди, которые видели вас в прошлые годы и на прошлой аттестации, что сделал значительный шаг вперед. И несмотря на те минусы, которые все-таки еще мы заметили, не может быть совершенно диабетехник, комиссия посчитала возможным присвоить вам черный пояс первый год. Чтобы была возможность. У них-то есть аванс. Вы поняли, да. Какие-то вопросы будут в комиссии? Есть вопросы? У меня есть пожелание все-таки, старайтесь не перескакивать через ступени. Лучше это последовательность сдачи грейдов через определенные промежутки времени.